В нашем туристическом гараже нежданное, но приятное пополнение. Итак, друзья, показываю и немножко хвалюсь, что мне неожиданно пришло, так сказать, на удачу. Итак, купил я очень хорошие охотничьи брюки. Они очень качественные. Ну, в принципе, такие брюки у нас в Испании продаются, и средняя цена где-то 40-60 евро. Оригинальная цена этих брюк была 46 евро. И я купил их по скидке. Посмотрите, какие они качественные. И всего лишь навсего заплатил 11 евро. Поэтому и говорю, что неожиданное пополнение в нашем гараже. То есть за 11 евро купить нормальные охотничьи штаны, лазить по горам, по пляжам, сейчас осенью, то, что надо. Да, ну, курьезно пришлось к этим брюкам купить ремень. Ремень я купил в Декатлоне, а вот ремень мне стоил 9 евро. Представляете, 11 евро штаны, а 9 евро ремень. Ну, так бывает. Но, что мне еще повезло, это я своей супруге купил хороший рюкзак. Вот, как вы видите, вот посмотрите, фирма это называется Mountain Pro. Цена оригинального этого рюкзака была 71 евро 95 центов, ну то есть 72 евро. Я его купил за 35. Представляете, какая удачная покупка. Очень хороший, качественный рюкзак. Смотрите. Качественный. Не пластмасса, а железо. Вот здесь. Самое главное, почему я его купил. Это спина. Видите? Облегченная. То есть все хорошо. Все будет дышать. Все будет замечательно. Вот, ремень, который будет держать пояс. Здесь небольшой кармашек. Ну и вообще, я хочу сказать, в этом рюкзаке очень интересно, много карманов. Ну, короче говоря, я доволен. И хорошая новость. В нашем туристическом гараже был вот такой надувной матрас. И он у нас почему-то, не знаю, начал спускать. И я отнес этот бэушный матрас в Декатлон. И говорю, вот так и так, что можно сделать, посмотрите. Но в Декатлоне, чем вот хорошо покупать вещи в Декатлоне? В Декатлоне получается 2 года идет гарантия. То есть, если что, вам поменяют. И вот как раз это мой случай. Я пользовался матрасом почти 1,5 года. И вот он начал спускать ни с того, ни с сего. Они посмотрели, отправили в Мадрид на комиссию, и мне сказали, мы его отремонтировать не можем, но можем вам дать новый. Если вы согласны, получите, распишитесь. Я, естественно, согласился, и вот еще не раскрыл хороший у меня матрасик. 1,20 м на 1,90 м. И вот такие вот обновки в нашем гараже. Так что, дорогие мои друзья, надолго не прощаюсь. Скоро я еще купил там пару интересных вещей и тоже выставлю на обзор. Так, всего хорошего, всем большое спасибо, удачи в горах, берегите себя.